Всем привет, меня зовут Марина, и я очень рада видеть вас на своем канале. Прошла первая половина лета, а это значит, что пришла пора готовиться к новому учебному году. И сегодня я забрала посылочку от одного интернет-магазина с канцелярией, название которого Lil Co. И сегодня мы с вами будем смотреть, что же я заказала в этом интернет-магазине. Я надеюсь, что вам понравится это видео, и приятного просмотра! Итак, я уже открыла эту коробку, и сейчас мы будем смотреть, что же находится внутри. И первое, что я здесь вижу, это шопер. Вот так он выглядит. У него две ручки, и он очень приятный на ощупь. Я люблю нейтральные тона, поэтому у меня все такое серое, бежевое. И вот такой шопер. Он достаточно вместительный на вид, и он очень классный. Мне он нравится. Далее. Это вот такая фетровая папочка. Я ее заказывала для ноутбука. Она такая фетровая, мягкая, шерстяная. Собственно, сам ноутбук. Эта папка даже чуть-чуть велика, потому что ноутбук у меня 13 дюймов. А вот эта папочка, она чуть-чуть побольше. Мне кажется, что сюда даже 14 дюймов ноутбук влезет. Но попробую я это уже за кадром, как он помещается туда. Далее, еще у нас здесь есть такая папочка под документы. И здесь она на вот такой кнопке. И написано «Everything will be okay». Очень милая папочка. Как раз у меня здесь лежат мои документы в ВУЗ. Это заявление о приеме на обучение. То есть для участия в конкурсе на бюджетные места. И я думаю, что как раз-таки мне нужно будет печатать во все ВУЗы такие документы. И хранить я буду их вот в этой папочке. Надпись так даже лучше теперь видно. Далее, что я достаю? Это декор для моего рабочего стола. Это вот такое дерево, светящееся. Я нигде таких не видела, поэтому сейчас будем с вами открывать и смотреть, что же внутри коробки. Тут у нас вот такая подставка, и в пенопласте у нас вот такое дерево. Я уже вижу, что оно полностью золотое, и вот так оно выглядит, но его нужно расправить. И хотелось бы, конечно, чтобы оно светилось. Посмотрим сейчас. Что-то типа вот такого. И теперь вставляем. И такие жемчужинки красивые, просто милота. Так. И в комплекте шел вот такой провод. Слава богу, у меня сейчас в компьютере переходник стоит. Все, работает. Вот такая штучка получается. Будет стоять у меня на столе. Вместе, наверное, с искусственными цветами. Но пока оставлю ее как-нибудь. Вот так пусть стоит. Идем дальше. Я заказала себе свитшот на молнии. Я долго думала, заказывать или нет, потому что у Lil Co собственное производство, но все-таки мне было интересно посмотреть на качество. У них там есть и всякие свитшоты, пледы, тапочки, носки. Мне не хватает немножко вещей в базовом гардеробе, поэтому я решила заказать такую базовую вещь, как свитшот. Плюс я давно хотела именно белую толстовку, потому что у меня в основном именно худи всякие, они темных цветов. Даже сейчас я в каком-то черном топике, вот мне не хватает именно светлого верха. Та-дам! Я брала M, вроде, и она гигантская. Я думала, что она будет с начесом, она без начеса, но молния классная. Lil Co. M. Но на самом деле толстовка реально качественная. Все супер. И на самом деле мне так хочется ее примерить, но она мятая. И у нее не очень презентабельный вид для видео. Поэтому, наверное, сюда я вставлю кадры, когда я ее уже отглажу, примерю, покручусь на камеру в ней и посмотрим, как она выглядит. Но сейчас я на нее смотрю вот так вот со стороны, и она очень классная. Далее переходим к канцелярии, наконец-то. Я заказала такие маленькие хайлайтеры от бренда Мишум. Здесь 4 цвета. И на самом деле я заказала их чисто попробовать. И хочу посмотреть на кончик. Он маленький, меньше, чем у меня обычно, но в целом классный. Слава богу, у меня здесь есть бумажка под рукой. О, ну, кстати, слушайте, классные цвета, пастельные такие. При этом не заезженные такие, не попсовые.
потому что бывают такие очень распространенные цвета, и они прям вот честно раздражают. А самое главное, что из-за размера они поместятся вообще куда угодно. Я сделала свотчи. Очень классные маркеры. И я заказала вот такую замазку, тоже от бренда Мишу. Но я думала, что она будет гораздо меньше. Я, наверное, не посмотрела на размер, как всегда. Вот такая замазка, чтобы вы понимали. Она просто офигеть какая здоровая. Только нужно разобраться, как ее открыть. Это наборчик зажимов, скрепок, потому что у меня мои предыдущие закончились. И мне приходилось их экономить, снимать со старых флеш-карточек, выкидывать эти флеш-карточки, потому что их нечем было держать. И я решила заказать себе такой наборчик. И, кстати, он тоже от бренда Мишу. Здесь у нас вот такой пончик, разделенный на 4 отделения. Здесь у нас большие скрепки. Вот такие булавочки на пробковую доску, потому что мне их тоже не хватает. Маленькие скрепки и вот такие крокодильчики-зажимчики. В целом пластик очень качественный, не дешевый и приятно держать в руках. Здесь у нас на скотче, чтобы ничего не развалилось по посылке. И вот так вот вращением открывается наборчик. И, кстати, булавки достаточно острые. В целом все качественное, нормальное. А еще что круто, что они все одного цвета. Я очень люблю вот такие наборы канцелярские. Поэтому буду пользоваться обязательно. И еще мне положили вот такие зажимчики. Тут у нас 4 штучки. И они большие. Поэтому можно будет на флеш-карточке спокойно их. Но, кстати, они прям крепкие. Супер! Мне нравится. Буду пользоваться. Дальше. Я заказала себе снова бумажный планер. Я решила дать бумаге второй шанс. Возможно, буду сочетать с Notion. Я увидела просто вот этот планер и поняла, что мне надо. Сейчас мы его откроем. Ну, он достаточно приятный на ощупь. Здесь нигде не торчат нитки. Магнитная застежка. И самое классное, что меня подкупило, это кольца. И еще тут есть вот такие вот штучки, кармашечки, в которые можно что-то класть. Это супер вообще. И сам планер, это такие вот странички на кольцах. И вот что у меня получилось. Вот такой классный планер. И еще я заказала 2 пака наклеек. Возможно, наклею их как раз-таки вот на этот планер. А, возможно, наклею куда-нибудь еще, потому что мест у меня много. Ух ты, они на софт-тач бумаге. Вот такие классные. Они матовые, представляете? Я впервые в жизни трогаю и держу в руках матовую бумагу для наклеек. И вот такие тут картиночки. Свитера, всякие яичницы. А на другом листе карандаши и рюкзаки. Прям такая тематика back to school. Переходим к тетрадкам. Так как я иду в вуз, я не знаю, сколько мне тетрадок понадобится. Поэтому я просто взяла несколько штучек своих любимых тетрадок в клетку. И сейчас мы будем смотреть на эти прекрасные тетради. У них очень приятное покрытие. Тоже такое матовое, soft touch. Первая тетрадка, которую я здесь вижу, она тоже голубая, как и планер. Здесь у нас нарисованы 3 яичницы и котики. И они глянцевые. Внутри нормальной яркости клетка. И сзади тоже яичинка нарисована. Следующая. Такая с персиками. Я в последнее время очень люблю персики. Всегда с персиками делают розовый цвет. А розовый цвет один из моих самых любимых. И эта тетрадка тоже от бренда Мишу. Очень классная. Обложка двухсторонняя. И тут внутри есть поле для подписи. Конечно, оно навряд ли мне пригодится, потому что в универе навряд ли сдают тетрадки на проверку. Поэтому я просто ведусь на обложку и покупаю то, что мне нравится. И последняя тоже с яичницей, видимо, из той же коллекции, что и голубая тетрадка. Здесь у нас один котик. И он спрятался под яичницей. И все яишенки глянцевые, если вам видно. Сзади просто яичницы без котов. И я решила попробовать новый формат тетради для себя. У меня никогда не было больших тетрадей формата А4. Решила исправить ситуацию и заказала себе гигантскую тетрадку. Она в клетку. И я даже не знаю, под что ее завести. Я просто повелась на размеры.
выбор. Я в последнее время прям иду по минимализму. Не очень люблю какие-то ляпистые дизайны на тетрадках, но в Lilko есть и яркие какие-то тетради, и вот такие минималистичные, поэтому там очень большой выбор, и каждый найдет что-то для себя. Далее у нас канцелярия. Здесь я уже вижу несколько ручек, и насколько я помню, они должны быть синие. И смотрите, здесь даже есть этот кончик силиконовый, это значит, что вот эту ручку никто для меня не расписывал, и никто ей не пользовался. Это бренд Greenwich Line, и сейчас мы будем ее тестировать. Насколько я помню, у нее должен быть очень жирный цвет. Да, она синяя и достаточно ярко пишет. Я не очень люблю светлые ручки по типу пилота, плюс она на кнопке. Дальше у меня тут есть такая вот с маленьким кроликом. Какая милота, просто ути боже. Осталось понять, как она работает, как ее достать оттуда. А тут вот так вот, тоже щелкающая, но нужно именно по вот этому вот кончику вести. Она пишет потоньше в сравнении с предыдущей, но тоже классно. Удобно держать в руках, хотя по ручкам я привередливая, реально, но это мне понравилось. Следующая, с мышкой, вот такая, она гораздо длиннее, чем предыдущая. Попробуем. Эта ручка тоже синяя, вот я наследила. Пишет примерно так же, как и предыдущая. И последняя ручечка с таким силиконовым кроликом на конце. И с морковкой. Тоже автоматическая. И тоже с защитным наконечником. Она черная, шариковая. И вот эта штучка не тяжелая, наконечник вот этот. Я боялась, что она будет тяжелая и что будет неудобно с этого писать, потому что ручка будет перевешивать. Но на самом деле она очень легкая, что является существенным плюсом. Мне очень не хватало точилки. И да, мой основной карандаш механический, но это не отменяет того факта, что у меня очень много обычных карандашей простых, и ими я тоже иногда пишу, иногда даже рисую. И поэтому они быстро тупятся, поэтому мне нужна была точилка. Дома у меня нет нормальной точилки, которая бы не тупила карандаши, поэтому я решила просто заказать новую. Она в виде кошачьей лапки. Посмотрите на эту прелесть. И в пластик влиты такие блестки, поэтому она вся переливается. Если вы думали, что вот этой замазки мне не хватит, если вы за меня переживаете, то очень зря, потому что у меня есть еще одна замазка. И эта замазочка, как бы, она вместе с точилкой. Только точилка розовая, а замазку я решила взять прозрачную. Тут, конечно, метр поменьше. И она тоже от бренда Мишу. Наверное, я ее даже сейчас попробую. В целом она сливается с бумагой. И такая она глянцевая. Бывают матовые замазки, бывают глянцевые. Я и к тем нейтрально отношусь. Но очень классно, что у меня они теперь такие парные. У меня очень мало таких вот коллекций именно канцелярии, поэтому... И еще я заказала клей-карандаш со свинюшкой. Что за прелесть. Здесь... 9 грамм, клей белый, и у него не сильно едкий запах, а еще мне нравятся именно маленькие клеи. И тут у меня от бренда Мишу еще декоративный скотч. Я недавно открыла для себя декоративные скотчи, у меня есть один в клеточку. Теперь будет еще с вот такими рисуночками. Чем прекрасен такой скотч декоративный, то что он бумажный, его очень легко отрывать руками. Но метры здесь, конечно, поменьше, чем у меня. Но все равно, здесь очень милые рисуночки. Книги всякие, кактусы, подушки, какое-то животное. Я не могу разглядеть, потому что скотч полупрозрачный, и рисунки друг на друга накладываются. Но вместе они смотрятся достаточно прикольно. Я была бы не я, если бы я на этом остановилась. Поэтому я заказала для себя еще вот такие вот штуки. Это sticky notes, и это тудулисты отрывные. То есть это обычный тудулист, а вот это план на неделю. То есть здесь я, допустим, пишу какие-нибудь основные события, которые произойдут на неделе, а вот здесь я буду расписывать подробно планы на день, если мне надоест Notion. А еще я, как фанат свечей, не могла не заказать новую свечку. И она с достаточно необычным для меня запахом. Я никогда не нюхала чистый лен. Именно так называется аромат этой свечи. У меня никогда не было свечки именно с таким ароматом. Я решила исправить ситуацию и заказать для себя достаточно большую свечку, которую сотрудники Lilko старательно запечатали в пупырку.
вашему вниманию представляю свечу чистый лен. И сейчас я впервые в жизни попробую запах. Офигенно. Реально, у меня просто не слов, она пахнет так интересно. Это одновременно и сладкий аромат, и есть какие-то такие кислые ноты. Блин, я теперь хочу духи с леном. Офигенная свеча. Третья сейчас в моей коллекции. И вторая белая. И она прям, знаете, она доверху залита. То есть тут прям вот чисто на резьбу оставили место и все. Очень круто. И сделано в Санкт-Петербурге. Поддерживаю отечественного производителя. И на самом дне коробки лежало вот это. И это письмо от сотрудников, видимо. Мне очень интересно, что здесь. Здесь милая открыточка. Представляете? Я открыла не с того края. Это как вообще надо было? Мне очень интересно, что там написано. Я думала, что она пустая, а тут написано мне пожелание. Смотрите, какая милота. Марина. Желаем творческих успехов. Очень люблю такие, знаете, персонализированные вещи. Это так приятно, когда именно там пишут твое имя, когда что-то тебе желают. У меня такая история была с Essence. В общем, это все. Здесь остались только пакеты для амортизации товаров, чтобы ничего не разбилось. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что благодаря моему ролику вы узнали о классном российском бренде канцелярии. Все ссылки, артикулы на товары, которые я заказывала, я оставлю для вас в описании. Обязательно переходите на сайт Lil.co, заказывайте для себя классную канцелярию. Желаю вам успехов в грядущем учебном году. Учитесь на одни пятерки, реализуйте свои таланты, раскрывайте свой потенциал. И желаю вам никогда не терять мотивацию на своем пути. Это было все видео. Я очень надеюсь, что оно вам понравилось, оно было для вас интересным и полезным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк на это видео и увидимся совсем скоро в новых видео. Всем пока!